Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы вместе полистаем каталог Oriflame номер 18. И по традиции я вам не просто покажу странички, а покажу всю продукцию, которой я сама пользуюсь, дам рекомендации по применению и расскажу, конечно, свои впечатления. Желаю вам приятного просмотра. Каталог номер 18 будет действовать с 20 декабря и закончится 8 января, то есть захватят все у нас праздники январские. Очень красивая обложка, такая нежная девушка, мне очень нравится ее естественность, такая снежность, как королева снежная. И первая страница сразу нас радует новинкой, это новый аромат Эклаблан. Я уже этот аромат тестирую, что хочу сказать, он мне очень нравится, но он не очень стойкий, то есть средняя концентрация аромата, вы должны быть к этому готовы. Я его слышу на себе часа 4, максимум 5, он очень легкий, он необычный, мне он настолько нравится, если увидите, я им пользуюсь прям активно. Вот эти яркие ноты мандарина и зимние розы, легкая нотка в конце мускуса, они так красиво переплетаются, для меня этот аромат звучит как праздник. Такое настроение сразу с ним поднимается, ассоциация с Новым годом однозначно. На мой взгляд, этот аромат будет пользоваться большой популярностью, особенно учитывая, что при покупке на 1500 из этого каталога вы получаете огромную скидку на аромат всего за 899 рублей и подарочный пакет. Пакеты приходят очень классные, я вам сейчас один из них покажу, то есть это большой пакет, если сравнивать с каталогом, то увидите, что он больше каталога по высоте, хорошо оформлен, с ленточками, то есть такой пакет очень удобно складывать в подарки, поэтому обратите внимание на этот аромат, если есть возможность потереть страничку, потому что пробника на аромат я не вижу, нигде не нашла, только можно потереть ароматизированную страничку, чтобы ощутить аромат зимнего Парижа. На самом деле классное вот сочетание, очень необычное. Для активных партнеров я всегда рекомендую заказывать набор, который состоит из каталога и три пробника: аромат Divine, пробник крема для кожи вокруг глаз и пробник помады Giordani Gold Iconic в оттенке кремово-бежевый. Всего 69 рублей, это выгодное предложение, потому что пробники можно раскладывать в подарки клиентам или самой что-то попробовать новенькое, это всегда интересно. Нас ждет акция, смотрите, что нужно сделать. Первый шаг: из этого каталога номер 18 заказ на 750 рублей. Второй шаг: в каталоге номер 1 заказать еще раз на 750 рублей, и в том же каталоге вы получаете супер скидку на легендарные продукты. Здесь у нас представлено несколько продуктов, например, аромат мистер Giordani, астаксантин и коллекция королевский бархат. Я думаю, что это будет прям идти в коллекции скидка, потому что здесь есть продукты подороже, подешевле. На самом деле наборчик очень интересный, я посмотрю, какая на него будет скидка, обязательно возьму. Ну что я обязательно беру, это всегда астаксантин по акции, вот такие вот пилюльки, так скажем, черного цвета, они очень хорошо помогают восстановить тело, кожу, укрепить иммунитет, выглядеть круче и быть здоровее. Ну, ароматы сами по себе мы выбираем всегда на вкус, на любителя, но вот по крайней мере мисс Giordani мне аромат не подходит, хотя многие его просто обожают, а вот аромат мистер Giordani, он роскошный, он просто роскошный для мужчины на подарок или просто своему мужчине купить, это очень здорово. Пакетики нам помогают сделать подарки более такими праздничными. Любой продукт в упаковке уже становится просто нереально симпатичным. Я себе заказала вот такой пакетик, который рисунок нарисовал ребенок, подопечный Гоши Куценко, то есть это реальный маленький малыш. И мне так понравилась идея, то, что этого ангела вот сделали обложкой пакетика. Ну слушайте, это чудесно, желтые ручки, такой достаточно большой формат, сюда поместится несколько продуктов сразу, можно еще открыточку какую-то подписать, будет вообще просто замечательно. Кстати, этот пакетик можно использовать не только на Новый год, если вот на других
четко прослеживается новогодняя тематика, то этот пакетик он всегда будет актуален, особенно если мы поздравляем маму. По крайней мере, у меня сразу мысль такая возникла, что 8 марта уже скоро, не за горами, и будет классный пакетик для подарка. Дари добро, то есть деньги с каждого, ну часть средств с продажи каждого пакета перечисляется в благотворительный фонд «Жизнь с ДЦП». Здесь нас ждут аксессуары, носочки на меховой такой вот как это основе, мягкие, пушистые, теплые. У кого дома холодные полы или вы любите путешествовать, то есть дорога, можно такие носочки брать куда-то. У меня сразу ассоциация с таким загородным домиком деревянным, камин, и сидишь в таких носочках, так уютно, еще помпончики, котенок играет с помпончиками, главное чтобы не оторвал. Здесь есть также носочки белые, пушистые, они очень красиво упакованы, еще игрушечка, которую можно повесить на елку. Все это очень здорово оформлено, приятно дарить. А я знаю, что девушки очень любят красивые подарки, по крайней мере я люблю, и вот какие-то мелочи, нюансы, вот эти пуговки, чашечка в шарфике, да, чашечка такая нарядная, это настолько приятно. Ну я не знаю, даже вот в таких случаях уже на цену не смотришь, а просто хочешь обладать такими прекрасными продуктами. У нас обновленная серия Vitakea. Три аромата: бодрящий апельсин, сочный лайм и нежная макадамия. У меня как раз нежная макадамия. Этот аромат такой сладенький, приятный. И смотрите внимание, праздничный вариант упаковки, и цена всего 79 рублей. То есть не нужно выполнять специальную акцию, а просто берем любой гель 1, 2, 3, сколько хотите, он будет по такой выгодной цене. Я считаю, это очень выгодно, потому что объем здесь 75 миллилитров, несмотря на то, что бутылочка выглядит очень такой миниатюрной, но объем здесь большой, она все-таки круглая, вытянутая, поэтому большой популярностью пользуются эти гели. Однозначно буду брать себе, потому что сколько раз я их брала, я их беру и на подарки клиентам, у кого большие заказы я вкладываю гель, потому что получается замечательный подарок, красиво оформленный и по доступной цене. Даже если они у меня полежат какое-то время, а потом я буду дарить, тоже будет актуально. И вот такой новогодний наборчик, который я тоже всем предлагаю собирать. Здесь у нас пена для ванной, вот такое вот красивое мыло в форме человечка пряничного и крем для рук. Невероятный аромат яблоко, корица и ваниль. Вы знаете, это такое наслаждение, я когда принимала ванну с этой пеной, то я не хотела выходить из ванны, мне было настолько нежно, пушисто, мягонько, кожа действительно увлажнилась, у меня не было потребности сразу носить крем, то есть я получила такое истинное удовольствие. Мне понравился дизайн этой коллекции, он очень новогодний, пряничные домики, пряничные всякие вот эти прянички пряничные, это здорово. И когда на таком нежном молочном фоне у нас идут рисунки, это выглядит конечно нарядно, однозначно. Согласны со мной? Я думаю, что эта коллекция у всех пользуется уже популярностью, потому что она не новая, она уже появилась у нас в каталоге номер 17. По крайней мере, у меня практически уже все наборы разошлись, я брала по 10 штук всего и осталось совсем просто немножечко. Далее смягчающие средства, это маленькие бочонки, чуть позже покажу один из них в самом конце, это будет сюрприз. Маленькие бочонки за 319 рублей, они идут в красивой такой картонной плотной коробке, три разных аромата, два аромата и один без отдушек, то есть просто нейтральный совершенно, хотел сказать аромат, но аромата же нет то есть без аромата. Потрясающий набор с клюквенное блаженство, здесь у нас в составе клюква и имбирь, они увлажняют кожу, хорошо за ней ухаживают, и сам тот факт, что это крем для душа, он уже говорит о том, что кожа будет увлажненная. Посмотрите, какой приятный дизайн. Я люблю такие бутылочки, когда вот все это нарядно так оформлено. А крем он просто чудесный, он универсальный, идет для лица и для тела. Я им уже пользуюсь, несколько раз использовала. То есть он такой хороший, легкий. То есть видите, он скользящий, легко впитывается, хорошо распределяется по коже.
кожа становится мягенько, аромат легкий, легкий, очень приятный, то есть он не навязчивый, он не какой-то давящий там или так далее, он достаточно такой прям легенький-легенький. Я наслаждаюсь этой серией. Вот крем у нас уже наполовину использован, при этом то, что у нас открыто сразу несколько гелей, можно понять, что в нашей семье он, ну, просто вот любимчик стал. И я себе отложила еще один набор, этот закончится, я открою новый чуть попозже, потому что мне очень нравятся такие упаковки, красиво смотрятся в ванной, и качество просто вот суперское, нет слов. У меня есть другая серия, которая полюбилась, чуть попозже о ней расскажу, а сейчас покажу вам чудо, чудо чудное. Это жидкое мыло для рук и тела, то есть можно купаться, мы купаемся, можно просто руки мыть. Мне нравится то, что серия Essence & Co, она идет с дозатором, красивое оформление, очень стильно смотрится в любой ванной. Сразу когда появляется такой флакон, видно невооруженным взглядом, что это дорогой продукт, то что он очень удобный в использовании, большой объем, 300 миллилитров, и здесь у нас шафран и пачули, легкий восточный аромат, он не давящий, не приторный, нет в нем каких-то переизбыток пряности и так далее, то есть настолько вот как мне приятно, я вам стараюсь передать свои впечатления, очень нравится, видите, идет в расходник очень сильно. И самое вот любимое, что мне нравится в Oriflame, есть серия, который содержит натуральные эфирные масла, и как раз вот серия Essence & Co содержит натуральные эфирные масла. И здесь у нас еще мыло, это мыло у меня под заказ, поэтому я его не открываю, просто вам покажу, что это хорошая такая красивая коробочка, все упаковано. И что мне особенно понравилось, ценник, ну, не дешевый на этот продукт, и понятно почему. Здесь есть такое предложение, что два продукта за 499 рублей, то есть и жидкое мыло, и мыло по очень приятной цене. Вот это однозначно я буду себе заказывать, повторю этот вариант, тем более что мыла у меня не было, а только жидкое мыло, а жидким мылом мы пользуемся с огромным удовольствием. И самое главное, что это шикарный подарок, это шикарный подарок. И я заранее обычно знаю, какие продукты будут уходить вот моментально, то есть на первой неделе каталога. Вы уже, если не пропустите, да, свой заказ, то вы можете не успеть, то это однозначно будут хорошо брать гели Vita Kea, и будут хорошо брать в наборе эту серию, потому что это действительно классный подарок, он очень респектабельный, поэтому имейте в виду, не затягивайте. И вот я хотела заострить внимание как раз на серии Feel Good, потому что это вообще просто мои самые-самые любимые гели в Oriflame. У нас всего 4 сейчас вида есть, я держу в руках как раз серия Be Happy, здесь очень вдохновляющий гель с цитрусовыми ароматами, и это выглядит просто как счастье, вот просто как счастье. Я когда купаюсь этим гелем, во-первых, он не очень сильно пенится, то есть, ну, достаточно хорошо, но гель жиденький, то есть если сравнивать с другими, например, вот, ну, крем вот этот в этой серии, вот не видно, он непрозрачный, то этот немного более жидкий, чем другие, за счет того, что здесь содержатся натуральные эфирные масла. Но он настолько потрясающий. И вот в нашей семье больше всего мы любим, конечно, сливовый и апельсиновый, иногда я беру мяту тоже с цитрусом, реже лаванду, потому что лаванда немного более такой резкий аромат, но все равно очень нравится. Но почему-то вот эти просто настолько классные. И здесь можно заказать целый набор, смотрите, набор будет выгодную цену нам показывать, аромат Be Happy, он очень легкий, не вижу, не написано стойкость, где-то 3-4 часа максимум, ну 3 часа, легкие, они быстро улетучиваются, тоже аромат создает классное настроение, у него такой мягкий аромат, то есть он не цитрусовый, свежий, а за счет того, что здесь в составе также есть куркума пряная, она очень здорово смягчает. И красный апельсин сам по себе, он не будет как, например, аромат лимона или лайма, который сводит, да, там зубы, а он именно такой сладенький, такой бодрящий в то же время и мягенький, поэтому этот аромат тоже мне очень понравился, и в наборе 599 рублей, хорошее очень предложение.
То есть можно и себя побаловать, и взять на подарок. Также здесь есть кусочек мыла. Мыло в набор не входит. Есть у нас аромат такой Joyce и Jade. Joy Jade зелененький. У него в состав фруктовый такой зеленый, цветочный. Зеленое яблочко, дикая орхидея, сандал. Тоже можно потереть страничку. Можно заказать пробники. Обращайте внимание, если вот вам какой-то аромат интересен, то сначала выпишите пробник заранее, то есть вы знаете, что в следующем каталоге будет этот аромат, вы можете его заранее заказать, подегустировать несколько дней, потому что может такое случиться, что вам по нотам аромат кажется приятным, но ваше тело, да, скажет вам: нет, не подходит, не нравится. Но здесь очень выгодно то, что идет в наборе аромат и крем для рук. Всего 449 рублей. Мне кажется, это классное предложение. Аромат полноценный, 50 миллилитров. У него тоже легкая концентрация, он не будет сильно стойким, но приятно. Многие наоборот любят, когда аромат не сильно стойкий, чтобы их менять, да, по настроению. Я, например, могу в один день три аромата разных попробовать. У меня с утра бывает настроение, что мне надо его поднять, я что-то более резкое буду использовать. Потом мне хочется радости какой-то внести, я буду позитивный аромат достану, да, вот, например, вот этим я сегодня несколько раз пользовалась, просто нюхала даже его, просто я его нюхаю, да, не брызгая на себя, и мне это дарит классное настроение. А на вечер, может быть, вы захотите что-то такое прям ударную, мощную, да, силу востока добавить, такого вот просто вау-вау. Поэтому смотрите на предложение, обязательно пользуйтесь возможностью заказать пробник, чтобы подегустировать аромат. Так, здесь у нас тоже классный набор. В принципе, этот каталог, он весь состоит из наборов, поэтому обращайте внимание. Например, набор, который состоит из туши, моим любимым средством для снятия водостойкой косметики с глаз, и подарочный пакет. Он такой небольшой, как раз вот для декоративной косметики, для парфюмов. Именно вот такой пакетик небольшой, очень удобный. 499 рублей. Это отличная цена. Потому что даже в самые такие хорошие распродажные каталоги тушь стоит 250 рублей. А средство, оно всегда дорогое, потому что оно отлично удаляет любой макияж, и водостойкий, и обычный. Я никаким средством больше удалить макияж не могу. Его надо так смешать, потрясти, на ватный диск небольшое количество средства выдавить и прижать к макияжу. Макияж растворился, и потом просто удаляем макияж, и все, чистые глазки остаются. Многие мне потом пишут, что не обращали внимания раньше на это средство, а когда попробовали после моей рекомендации, то просто испытали огромный восторг. То есть до этого не получалось так начисто классно удалить макияж мицеллярной водой или какими-то еще средствами. Это волшебное, я его называю медуза, потому что он такой интересный, как будто там медуза плавает, когда его не трясешь. Далее парфюмерный спрей, он очень легкий, у него абсолютно легкая стойкость, то есть концентрация. Я люблю такие спреи использовать после душа, чтобы вот просто как бы войти в облачко аромата, и чтобы кожа стала более, еще приятнее пахнуть. На следующей страничке нас ждут классные предложения. Здесь будет серия Eclat Mon Parfum, крем для тела и мини-аромат 8 мл. Очень удобно, он обычно классный, со спреем. То есть все очень удобно брать с собой в дорогу. Это просто идеальный вариант. Или в сумочке с собой носить, что, например, у вас есть оригинал, да, большой аромат, но чтобы с собой не носить 50 мл, все-таки флакон достаточно увесистый, если вот взять руки, то это вау, как тяжело, то брать с собой мини-версию, я так всегда и делаю. Также есть Divine, серия, здесь дезодорант, парфюмерная вода и парфюмерный крем для тела. И я очень люблю и рекомендую брать именно комплектами, чтобы был аромат и крем для тела, чтобы усиливался аромат, подчеркивались его самые яркие нотки, и он продлевается, то есть более стойкий становится, если на тело вы наносите крем после душа. Это просто потрясающе. Также у нас есть такие мини, мой любимый, Giordani Gold Essence, Poses, MB Elixir, такое название интересное, MB Elixir. И также парфюмерные крема, 399 рублей,
319 рублей. В общем, цены адекватные. Также, если у вас есть дисконт в Oriflame, то скидка еще 20%. Если дисконта нет, напишите, я вам помогу оформить. Шикарный набор Eclat Femme Weekend. 119 рублей аромат и парфюмерный крем для тела. Он просто потрясающий по аромату, он шлейфный, он достаточно стойкий. Кстати, вот интересно, иногда на ароматах пишут средняя концентрация, а ароматы на деле стойкие. То есть я бы им поставила троечку даже, да, три точечки, потому что он долгий, он шлейфный, он очень красивый, он вдохновляющий, он изысканный. Он просто нереальный. У меня несколько раз был этот аромат, я все время им восхищаюсь, и просто я его очень люблю, этот аромат. Конечно, шикарный аромат с высокой концентрацией стойкости Divine Exclusive. Его оформление, оно уже просто вызывает восторг. Здесь у нас кристаллы Сваровски в дизайне крышечки. Посмотрите, как это здорово выглядит. Сам аромат невероятный по звучанию. Он такой праздничный, он такой просто вау. Он действительно вот как модель такой необыкновенный. И этот аромат я тоже очень люблю. Вы посмотрите, сколько я уже его использовала, потому что я его обожаю просто. Я не могу мимо него пройти, просто он настолько прекрасен, хочется им пользоваться снова и снова. И, кстати, вы можете заказать также отдельно крем или получить его в подарок, если вы заказываете аромат, то крем будет в подарок. Это просто шикарное предложение. Также вот я уже несколько раз вот на кадре мелькает аромат. Это духи с максимальной концентрацией аромата. Аромат восточный, аромат своеобразный. Он действительно читается, когда холод приходит, то есть пришла зима, выпал снег, и тогда я начинаю им пользоваться, я от него в восторге. Но когда было жарко лето, конечно, я его даже вот даже не, рука к нему не тянулась, потому что он летом в жару, он очень тяжелый, и он не будет создавать такое настроение. И мы понимаем, что аромат, он не может быть один навсегда и на каждый день, и на все, на любое время года. Поэтому в нашей коллекции большой ассортимент, и мы можем выбрать как ароматы более тяжелые, концентрированные, более легкие, или на каждый день, на вечеринку, на, ну, мне кажется, вообще на свидание также. Обращаю ваше внимание, что здесь можно смешивать ароматы, то есть вы можете взять All or Nothing, большой аромат All or Nothing, и взять All or Nothing Unique Accord номер один. Тут прям вот жасмин, очень яркий, очень специфический аромат. И их смешивать друг с другом. И получится тогда уже третий аромат. И если вы заказываете большой, то малыша вы получаете в подарок. И это тоже приятный бонус. Так, далее у нас подарочный набор Giordani Gold Original. Многие очень любят этот аромат, но не я. Мне он не подходит, к сожалению. Я его обожаю слышать от других женщин, но на себе я его не могу выносить, к сожалению. Почему к сожалению? Он очень красивый, у него невероятный состав и очень стойкий. Вот здесь бы точно 4, даже 5, потому что он даже на одежде остается, он не выстирывается, он с нами надолго, этот аромат. И он, наверное, как визитная карточка Oriflame, потому что этот аромат у нас идет уже долго-долго, многие годы в компании. Что здесь нам предлагают? Заказать подарочный набор. В него входит сам парфюм и дезодорант, и, конечно же, шикарная золотистая коробочка. И все это всего 1299 рублей. Конечно, кто любит этот аромат, я думаю, что вы сейчас в восторге, да, хлопаете в ладоши, и я за вас очень рада. А я была бы рада, если подобный набор сделали Giordani Gold Essenza. Вот это точно мой аромат. А есть также у нас серия Giordani Gold Essenza Blossom, белоцветочный аромат. Он очень интересный, и я знаю, что для многих он стал просто фаворитом. Но у меня он где-то там в десятку, да, входит, но не прям фаворит. Но действительно аромат красивый, очень стойкий, необычный, и по оформлению, я не знаю, вот я просто смотрю на ароматы Oriflame, как они оформлены, и я поражаюсь, потому что такое оформление дорогое. Я иногда захожу в Эльдобате, в Литуаль, да, посмотреть там золотое яблоко, что наши ароматы, они
настолько выигрышно смотрятся, и при этом у них настолько чистое звучание, они дорого звучат. Даже те ароматы, которые будут стоить 499 рублей в наборе, они будут очень чисто звучать, не будет ощущения дешевизны, не будет 100%. Да, они будут просто менее концентрированные, но они будут прекрасные, любой аромат. Согласитесь со мной? Да, девчонки, напишите, кто со мной согласен, да, может быть, не согласны. Ароматы Си, их всего два: Си желтый, Си голубой. Я сейчас вижу в каталоге только желтый, при этом на него какая-то невероятная скидка. По такой цене мы его ни разу не видели. Он был, по-моему, 1699 рублей на запуске этого аромата. А в Новый год нам решили сделать шикарный подарок. Я знаю, что есть женщины, которые уже использовали 2-3 флакона с лета. Я, конечно, меньше, хотя он у меня в фаворитах. Но так как у меня ароматов более 50, я их использую разные по настроению, поэтому этот аромат, он невероятный, невероятный. Можно потереть страничку, заказать пробник, надо с ним побыть, с этим ароматом. Он необычный, потому что аромат создавали, то есть была создана специальная экспедиция, и есть так, как же вам объяснить, в двух словах хочется сказать, и не получается. То есть собирали аромат без вреда для растений. То есть представляете, есть такая уникальная технология, которая позволяет это делать, и это дорого, и это очень круто, и поэтому мы вот владеем такими ароматами. Здесь пирамидка аромата, как раз на крышечке показано, что здесь апельсин, цветы пижмы, березовые искры как-то вот изображены. То есть очень интересный аромат, я от него просто в восторге. Я знаю, что он не всем нравится, и это нормально, потому что у нас у всех разные носики, да, мы один и тот же аромат, две разные женщины будут чувствовать совершенно по-разному. Одна скажет вкусно, другая скажет фу, какая гадость. Это, ну, это нормально, ребят. Очень люблю тоже Eclat Mon Parfum, прям коллекция моих любимых ароматов в этом каталоге. Вот аромат Valare Forever, для меня этот аромат только на весну. Я его как-то зимой не воспринимаю. Надо, конечно, попробовать, но он у меня ассоциируется вот с капелью, с первой звонкой весенней ноткой, когда вот солнышко начинает играть, и тогда вот мне хочется этот аромат, вот такие ассоциации, точно не с зимой почему-то у меня ассоциации. Мимоза то же самое, на весну. Но, может быть, компания, да, предугадывает, что зима быстро пролетит, уже где-то будет лето, потому что понятно, что мы все в разных живем поясах, у кого-то раньше лето приходит, весна и так далее. Дезодоранты, кстати, хорошее предложение по цене, очень выгодно. Смотрите, если вы любите аромат Divine, обязательно такой же нужно брать дезодорант. Valare, значит, такой же вы берете аромат. То есть воспользуйтесь таким вот предложением. Если вы своему мужчине заказали Giordani Goldman, то закажите такой же аромат дезодоранта, это будет лучше для вас, для самой, потому что вы будете чувствовать от мужчины этот аромат. Так, у нас новинка. Раз уж речь пошла о мужчинах, здесь нас ждет новая косметичка мужская, дорожная. Отличный вариант, когда наш мужчина может сложить все свои принадлежности для гигиены в одно место, и ему будет удобно, и вы будете спокойны, что он ничего не растеряет, и даже в командировке будет чистый, ухоженный, да, и вы будете гордиться своим мужчиной. Также триммер, отличный триммер у Миши, кстати, есть такой, и очень нам нравится, ему нравится, потому что он удобный. Набор Giordani, ой, Novage Man, все время говорила про Giordani, тут же Giordani. Смотрите, как он круто выглядит. У Миши вот заканчивается уже. Я думаю, что надо будет повторить эту коллекцию, потому что хватило очень надолго. Все-таки мужчины, они от женщин отличаются тем, что, ну, все равно каждый день убедить мужчину пользоваться набором не всегда получается. Но 2-3 раза в неделю он пользовался. Учитывая, что борода, расход небольшой средств. Но какие они невероятные. У нас, вернее, не у нас, у Миши была проблема, то что очень широкие поры в зоне носа и немножко уходили вот сюда, то есть эта зона такая расширенная и верхней части, и все время он мучился с этими порами, потому что они вот как хлопушки такие раскрытые, жирный блеск.
сухость, шелушение. Вот здесь, особенно зимой, это было ужасно. На улице выходишь, а у него вот тут прям корочки такие топорщатся. Дома как-то незаметно, а на улице это сразу видно. И когда он начал пользоваться этой серией, я была поражена, как быстро кожа пришла в норму. Конечно, здесь еще есть такой гель большой для умывания, у него закончился, он сейчас использует просто мыло. Я думаю, вот сейчас все закончится, можно будет просто взять серию целиком и пользоваться. Здесь, кстати, стекло, все это выглядит фантастически красиво, супер стильно. Что может быть лучше? Да, кстати, многие спрашивают, как сделан крем для кожи вокруг глаз. Тут ролик, то что тоже очень здорово, потому что объяснить мужчине, сколько выдавить. А когда ему говоришь, так прокатай, там 2-3 раза, ну чуть-чуть надавливая, чуть-чуть надавливаешь, сразу вот появляется средство. То тут мужчине становится все понятно, что это просто. И везде стоят точечки, что это первый шаг — умыться. Это на глазки, вокруг глаз наносим. Это утром, это сыворотка, да, а этот крем. И все. То есть здесь все очень просто, и мужчина как бы такой: фух, просто, ладно, я тогда буду делать. Все хорошо. Все это в коробочке приходит, очень красиво. Также здесь есть гель защитный для бритья и успокаивающий крем-гель после бритья. То есть если мужчина бреется, чтобы у него было комфортное бритье, вы можете ему такой тоже сделать подарочек. А вот еще какие есть малютки для мужчин за 299 рублей, 15 миллилитров, целых 15. Это почти в два раза больше, чем у женщин, потому что у нас наши малышки по 8 миллилитров. Тоже здесь все с дозатором, все очень здорово, удобно с собой брать. Просто я знаю, что очень многие мужчины любят в машине держать ароматы, чтобы у него в сумочке он лежал. То есть они любят освежать ароматы, чтобы от них всегда вкусно пахло. Поэтому как дополнительный такой вариант, когда я увидела, что компания выпустила эти мини, я очень обрадовалась, и я думаю, что многие тоже оценили. Также у нас здесь есть мужской набор Giordani Goldman. Ну, то есть все по отдельности, можно собрать целый набор. Мужские ароматы тоже рекомендую через пробники. Пробники вы уже знаете, где посмотреть, как их заказывать. Какие мужчины здесь красивые. Меня часто женщины спрашивают, а мужчин можно заказывать? Нет, нельзя. Так, далее тоже ароматы пробуем. Я не вижу смысла про них рассказывать, потому что это все равно нужно, чтобы вы ощутили. Кстати, мне очень нравится вот этот аромат Bise Wild Legend. Именно вот в сером флаконе, я его обожаю, у Миши такой есть, он шикарный. И Excite by Dima Bilan, тоже шикарный аромат, несмотря на то, что здесь написано Dima Bilan, мы его очень любим. Так, далее, мужская коллекция, дезодоранты, гель-скраб 2 в 1, мыло разных видов, тут есть со скрабом мыло, очень хорошо мыло очищает, вот для лица сейчас Миша именно таким мылом пользуется, тоже отличное средство, или мыло с охлаждающим эффектом, особенно классно его на лето, на жару вот такие мыла использовать. Просто замечательно, мужчины в восторге. Тут у нас коллекция аксессуаров, но я их сама лично не видела, не трогала, но знаю не понаслышке, что аксессуары в Oriflame всегда очень качественные. У нас практически раньше всегда все было, что компания выпускала, и шарфики, и палантины, и часы, и носки, всегда это все радует, очень радует. Вот также женские часики и очень интересный набор, он именно такой новогодний, такой девичий, со снежинкой, да, такой фантазийный. Мне очень понравилась эта идея, сережечки, тут подвесочка со снежинкой и достаточно адекватная цена, 999 рублей. Все это приходит в подарочном таком футлярчике, очень симпатично, можно как подарить, так и заказать просто для себя. Вот, кстати, я не взяла вот эту сумочку, но я ее как-то тоже много раз уже показывала. Крутая сумочка, ее можно носить через плечо, можно на пояс, потому что у нее там есть специальные такие, как для ремня, как же это называется, ну, крепление, так скажем, и она очень классная. То есть она не слишком прям маленькая-маленькая, что там вообще ничего, то есть там и телефон можно положить, какую-то косметику, очень удобная, выглядит стильно. Помните, что у нас есть серия
Норхен. А в эту серию у нас входят броши, комплекты, серьги, подвески, ожерелья. Отдельный есть каталог Норхен. Найти вы его можете на сайте или в приложении Oriflame. Полистайте, посмотрите. Это, конечно, чудесные коллекции. У меня тоже очень много есть, да, наборов именно из Норхен, и они у меня все-таки идут не как на каждый день, а более такой праздничный вариант. Вот недавно я как раз записывала видео и одевала один из комплектов с яблочком. Мы столько комплиментов получили, все писали, многие даже спрашивали, а где вы взяли такой набор, он такой шикарный. Да, он действительно шикарный, с этим не поспоришь. Так, далее у нас идет серия Giordani Gold. У нас, по-моему, начинается сейчас декоративная продукция. Я этому очень рада. Например, кремовая помада, она будет у меня, нет, именно из этой коллекции, которая здесь представлена. Я хочу вам сказать, что это очень красивая по дизайну коллекция, у нее прекрасное оформление, практически вот сколько уже, несколько лет этой помаде, и не остаются такие царапки, потертости, она очень хорошо выглядит. Помада мягкая, она кремовая, прекрасно увлажняет кожу губ, губы становятся мягкие, и даже визуально мне видно даже по картинке, насколько это увлажненные губы, они очень сексуально выглядят, такие вот мягкие, нет трещинок, да, губы такие все ровненькие. Именно так и будет, потому что здесь много ухаживающих компонентов. Есть также сатиновая губная помада, у нее будет уже другой футляр, то есть он ровный такой стройный футлярчик. Или у нас будет помада антивозрастная. Антивозрастная, вот у меня есть даже ванильный крем, я вам хочу показать, чтобы вы понимали, что оттенок немножечко все равно будет, вы не можете угадать по картинке. Если есть возможность заказывать пробники, берите пробники, а я вам покажу, как этот цвет выглядит в деле. То есть на мой взгляд, он более в рыжинку идет, чем нежели показано на картинке. То есть для меня он как-то более рыженький. Я ожидала, как вам сказать, более нюдовый, что ли, оттенок. Он, конечно, очень симпатичный, необычный, с блеском. Тоже помада прекрасно ухаживает за губами. Но больше всего мне нравилась эта помада летом, когда был легкий загар. Тогда она смотрелась намного интереснее, чем нежели сейчас зимой, я ей уже не пользуюсь. Так, далее карандаши для губ. Они тоже идут у нас со скидкой, с хорошей скидкой, поэтому я вам их обязательно покажу. У меня есть все три. Почему все три? Потому что они абсолютно разные и подходят под большинство помад. Мой любимый оттенок MAC, розовый, как он правильно называется? Классический розовый. Нет, это не про них. Здесь только MAC показан. Я так понимаю, что только MAC со скидкой. Да, на самом деле только MAC, который я вам показала. Ну, раз уж взяла, покажу все карандаши на будущее, чтобы вы знали. Роза и гордения. Гордения, вот этот классный такой нюдовый оттенок. Он мне подходит тоже под все помады. Практически нюдовые, коричневатые, которыми я пользуюсь. И вот что удобно, в этих карандашах с обратной стороны есть кисточка. И этой кистью можно вот как распределить сам контур, немножко растушевать, если вы его слишком резким сделали, то завести его на губы. Также нанести помаду. То есть эта кисточка, она прям полноценная, классная кисть. Очень здорово оформлены карандаши. И когда вы получите оригинал, то есть он будет очень длинный. То есть это просто огромный классный карандаш, который вам будет долго служить. То есть это не то, что как в серии OnColor, там такие малыши приходят, их так смотришь, говоришь, господи, что это, почему они такие маленькие? То здесь очень большие длинные карандаши, как для глаз, для бровей, так и для губ. А вот для бровей, кстати, здесь вышла новинка. Я не брала, но я видела просто при мне. Оленька, мой партнер, красила брови этим карандашом, и я была поражена качеством, какие получились красивые бархатные брови, настолько натуральные, вообще не видно, что они там накрашены как-то. Вот за счет того, что с одной стороны идет карандаш хорошей такой формы, треугольный, а с другой сам кушон-аппликатор. Это
Это бомба. Вот когда у меня мои средства все подзакончатся, я себе обязательно закажу, потому что я в восторге. И вот, кстати, когда у меня спрашивают, какая тушь хорошая, вот в Джордане мне нравятся две туши. Одна из них как раз вот, ой, руки в креме, ангельская ласка. Ангельская ласка. У нее, у этой туши такая классная кисть. Смотрите, вот так мы видим треугольник. А так ровненько, да, нет по бокам, нет с одной стороны щетинок. А здесь мы видим такой резкий треугольник, очень остроугольный. И получаются ресницы очень объемные, очень длинные, хорошо прокрашиваются внешние реснички. И за счет этого такие классные ресницы, густые. Пустые, изогнутые, длинненькие, и как у кошечки вот так вот вытягиваются вот в эту сторону глаз. Вот эта тушь мне понравилась, прям она очень очень крутая. И мне еще нравится тушь, я не помню, как она называется, тоже в серии Giordani Gold, по-моему, здесь ее нет. Сейчас посмотрю, может быть, во вставке где-то она будет. Она с силиконовой кисточкой идет. Так, не вижу вставку, ну ладно, может быть, попадется. По-моему, 60 на конце, невероятная тушь, тоже я в нее влюбилась. И даже я ее сравниваю сейчас с тушью 5 в 1, которая у меня самая любимая. Но вот с той тушью гуще получаются ресницы, нежели тушь 5 в 1 делает. Здесь нас ждет приятная коллекция румян в шариках. Эксклюзивная упаковочка, смотрите, это юбилейный выпуск с зеркальцем, то есть откидная крышечка. И рядышком мы видим румяный хайлайтер, ну, то есть это хайлайтер, но многие используют как румяна и как пудру, то есть в зависимости от тона кожи, то есть если у вас кожа смуглая, то вы можете использовать как пудру, как хайлайтер. Например, у меня кожа бледная, я себе такое не могу позволить, потому что для меня это слишком. А вот этот оттенок идеальный для светлокожих девочек, да, то он такой натуральный, персиковый, легенький, невероятный. И обратите внимание, здесь есть компактная минеральная пудра. Я так вижу, что она в одном оттенке идет. Если вам нравится минеральная продукция, а она тоже не всем подходит, кто-то не в восторге от минералов, но мне, например, очень нравится, я себе все время заказываю все, что с минералами, то обратите внимание, что здесь продлевает стойкость макияжа, антиоксиданты защищают от раннего старения, а покрытие идет такое легкое, полупрозрачное, здесь один оттенок светлый, будет и матировать хорошо, и при этом кожа будет выглядеть свежо. Надо попробовать. Так, здесь у нас идут тональные основы. Я вам сразу скажу, что есть у меня тональные основы, которые я не люблю, которые мне вообще не подходят. Например, как вот Giordani Gold матирующая пудровая. Я так ее ждала, я так ее обожала, когда ее еще не было. Но оказалось, что она мне совершенно не подходит. Давайте мы ее потестируем. Не знаю, кто-то пишет в восторге от этой тональной основы, кто-то тоже, как и я вот брала ее на лето, думаю, как раз будет матовая кожа такая, ой, как много выдавила, ну да, очень. Она, конечно, сразу становится как пудра, но в чем проблема со мной? У меня все поры подчеркнулись и забились через некоторое время. Ну, я, конечно, попользовалась, видите, я старалась, я и спонжем, и кистью, я и так, и эдак, но в результате она у меня не прижилась, и вот просто я ее оставила, чтобы вам демонстрировать, потому что, девчат, очень многим она нравится, тоже пишут хороший отзыв, но зато вот антивозрастная основа с пребиотической сывороткой, вот это просто фантастический продукт, ну, по крайней мере, для меня, для моей кожи, она настолько шикарная, я говорю, как поцелуй для кожи, я с ней сразу становлюсь моложе на 5 лет, это как минимум. Такое личико ровненькое, нигде не забивается. Она, конечно, не такая укрывистая, как вот соседка, да, матирующая пудровая. Но мне этого достаточно. Я даже могу ее наслаивать, потому что она настолько приятная, такая легкая, такая с ней живая кожа. Лицо просто вот становится, ну, волшебное. Вот эту тональную основу я обожаю, просто обожаю. У меня оттенок ванильный, а здесь в этом случае у меня слоновая кость 14. Вы видите, какой он темный. Слоновая кость очень темный, а корица будет еще насыщеннее цвет.
Вот. И еще мне нравится, какой здесь дизайн, такая крышечка красивая с золотыми волнушками. Это просто чудо. Поэтому попробуйте, если есть такая, да, возможность, разные тональные основы. А вот преображающий у меня именно в таком оттенке нет. У меня была еще из старой коллекции преображающая. Тоже хочу сказать, мне она нравилась. Одна из любимых. Одна из любимых. Карандаши для глаз. Это карандаш-подводка, цветные. Сейчас это очень модно, актуально. Можно внизу подводочку делать разноцветную. Тушь цветная тоже красиво смотрится. Если, например, зеленая подводка или синяя, и такого же цвета тушь внизу именно, то глаза становятся очень распахнутые, такой необычный взгляд. Попробуйте как-нибудь такое сделать. А здесь будет черный, теплый каштан коричневый и лесные травы, он такой мягкий зеленый оттенок. Всего 129 рублей, кстати, очень бомбическая цена. Карандаши по качеству классные, они мягкие, они не царапучие, они не растекаются, это очень хороший продукт. Вот еще, кстати, часто спрашивают про тушь, она необычная, тушь двойной эффект. Кстати, дорогущая тушь, она 1000 рублей стоит, 1040 без скидки. Вот она у меня здесь в руках, я держу. Смотрите, хитрая тушь, у нее двойная, получается, кисточка, двойной эффект. Кисточка одна, но смотрите, здесь двойной колпачок. И если мы начинаем вынимать верхнюю часть, то проходит через трубочку тушь, и излишки снимаются, и мы вынимаем более чистую тушь. То есть, если там она у нас была прям забита тушью, такая густая, то потом мы ее вынимаем, она уже более такая вот, как это сказать, чистенькая. Вот так мы делаем. Набрали. Видите? Она дает объем. Если вы хотите длину, то вам нужно закрыть эту крышечку и вынуть через верхнюю часть. Видите, все снимается лишнее. Тут будет длина, а там объем. Можно сначала удлинить ресницы, а потом придать объема. Я и так пробовала. В общем-то, всегда получаются интересные эффекты. Стойкий карандаш для глаз, он черный, он затачивается, он не выкручивается. У него очень приятная консистенция. Он тоже не, как сказать, не мажется. А, кстати, это набор у нас идет. Тушь и карандаш в наборе. Да, тогда прям вообще отличная цена, потому что так тушь очень дорогая. Вау, мой любимчик, это набор. Я им активненько пользуюсь. Я его получала в подарок по акции. Такой большой, но я его везде с собой вожу. В Питер ездили, в Москву, потому что он мега удобный. Тут есть большое зеркало, чтобы краситься. По-моему, 18 теней получается и два оттенка для бровей. А тут потом еще секретик такой мы раздвигаем. И у нас есть кисточки, которыми я не пользуюсь, кстати. Я беру большие нормальные кисти. Тут у нас три оттенка пудры, три оттенка румяна, корректор, хайлайтер. Все, что нужно, чтобы сделать макияж. То есть брови сделали, тени любые, какие хотите, на любой вкус, любой сложности макияж, любые оттенки. Румяна есть, хайлайтер, корректор, пудра. Все есть, поэтому набор, считаю, просто очень адекватный и по цене, и по составу. Кстати, я была бы еще рада, если бы откуда-то снизу еще выезжал один отсек, и тут были бы блески для губ. Это было бы вообще шикарно просто. Ну, как говорится, мечтать не вредно, но просто раньше был в Oriflame такой наборчик. Он еще состоял, как раз выезжала еще одна часть, там были блески. Так, здесь у нас карандаши для губ и атласная помада. Помады у меня нет, а вот карандашики, хочу сказать, они очень крутые. Очень хорошая на них цена. Выкрутился резко. Они по качеству супер просто, смотрите. Мягкий, вот прям скольжение какое идет, легкое. Любой берешь оттенок, и он будет классно лежать. И они из-за того, что у них такая легкая отдача цвета, их не надо 100 раз мазать, они очень долгоиграющие. Карандаша хватает надолго, несмотря на то, что он по весу-то очень маленький, тут 0,28 грамма. Но стержень необыкновенный, они не текут, не мажутся. И, по крайней мере, я не слышала плохих отзывов. У меня
У меня с ними все шикарно, то есть любовь-любовь. Далее у нас помады с эффектом металлик. Тоже у меня сейчас нет такой помады, но есть на канале обзор, где я показываю морозную сирень. Можете прям найти по названию, посмотреть, как будет лежать. И одна из моих любимых помад в Oriflame, ультракремовая. У меня есть два оттенка. Один оттенок мой любимый, это называется розовое дерево. Я просто сразу ищу, вот эта помада. А второй оттенок, не могу сказать, что любимый, 65-я. Но она у нас где-то тут рядышком. Сейчас мы ее поищем. Где у нас 65-я? Я прям потерялась. Если вы видите, то помогайте мне быстрее. Вот, красное вино. Вот они прям две рядышком. Загородила себе помадой. Вот так вот они смотрятся. А сейчас вам покажу их на руке. Это моя любимая, которой я пользуюсь постоянно. Практически всегда, каждый день можно ей пользоваться. И с разными контурами она будет по-разному. А эта помада, она очень такая своеобразная. Не на каждый день однозначно, да, такой насыщенный винный цвет. И поэтому, конечно, мы с ней не всегда прям в подружках. Очень редко пользуюсь. А вот розовое дерево — это один из самых универсальных оттенков на любой случай жизни. Я так называю помады. О, как это... солдат. Я думаю, вы заметили уже, что у меня ногти такими с блестками. Это топовое покрытие. Просто здесь вот в один слой. И это так здорово выглядит. Я, конечно, посидела, постаралась, распределила эти блестки. Кстати, здесь два слоя. Мне очень нравится этот топчик, он просто обалденный. Он красиво смотрится и на лак сверху, и без лака. Как видите, вот просто нанесла блестки, это очень здорово выглядит. По крайней мере, меня все спрашивают: ой, что это у тебя? Где ты взяла? Я говорю: вот, это здесь. И, кстати, топовое покрытие 199 рублей стоит, а лаки по 179. И лаки тоже очень красивые, такие яркие, насыщенные. И также у нас есть гель-лак. Гель-лак более стойкий, он красится в два этапа. Сначала гель-лак, потом сверху закрепляющее покрытие топовое. И нужно сушить только при дневном свете, не под лампой и не при электрическом свете, а именно при дневном свете, имейте это в виду. Тональная основа. Вот у меня, к сожалению, нету AZ-крема, он у дочки есть, она им пользуется с удовольствием. И это ее любимый продукт. Представьте, сколько тональных основ в Oriflame. Я, например, люблю. И Aqua Boost очень люблю тональную основу. Я люблю стойкую, тоже серии The One. По-моему, ее здесь нету. Нет, я ее очень люблю. А дочка у меня перепробовала абсолютно все. И Giordani, и The One, и OnColor. И сказала, что только AZ ей нравится. Вот мы берем теперь ей AZ, и ребенок очень довольный. Тоже разнообразие оттенков, смотрите, классно. Aqua Boost, она идет больше для сухой, нормальной кожи. AZ именно в этой серии у нас дает матирующий эффект для жирной комбинированной кожи. И, конечно, у нас есть шикарный адаптивный консилер, которым тоже я пользуюсь с огромным удовольствием. Посмотрите, какая прелесть, он с кисточкой идет. У него такое плотненькое покрытие. Вот сейчас венку здесь нанесу, чтобы вам видно было. Я наношу на зону под глазками, внутренний угол глаза, где венка. Смотрите, как хорошо перекрывает. Он хоть и плотненький, но в то же время очень легкий. Он абсолютно не скатывается в морщинках, он не подчеркивает морщинки. Очень крутой продукт, я довольна им на 100%, можно всем рекомендовать. У нас есть матирующий праймер, под тон наносится. У нас есть компактная минеральная пудра, просто невероятно классная, у нее хороший дизайн у этой пудры. Она с зеркалом, с пуховкой, и она очень классная. У меня, правда, средний оттенок, и сейчас она для меня, конечно, хоть и темноватая, все равно пользуюсь немножко, все равно шея закрыта на улице. Она такая прекрасная. Ей можно пользоваться и без тона. Не знаю, где вам показать. И без тона наносить просто на кожу. Она хорошо лежит, если кожа увлажненная. Сверху на тональную основу. Это просто чудесная пудра. Если сравнивать с предыдущей коллекцией, она в несколько раз лучше. Просто, вот, как я говорю, рядом даже не стояла. По качеству она очень крутая. У нас есть трафареты для контурирования, я никогда не пользовалась, не знаю. И есть шикарная кисть
шикарная, потому что вот она у меня уже года два, постоянно стирки в мойке, то есть посмотрите, как она хорошо выглядит. Новенькая она вам придет вот такая, я уже заранее заказала, боюсь, что ее снимут с производства, потому что это лучшая кисточка вообще в моей жизни. Она и красиво оформлена, и у нее качество вот этого ворса, и объем просто нереальный. Также у нас есть кисти для нанесения тонального средства, для пудры. Мне все кисти в Oriflame нравятся, единственное, чего мне не хватает, это разнообразие. Хочу, чтобы их было очень много. И несмотря на то, что они дорогие, можно с AliExpress заказать дешевле кисти, они очень хорошие, качественные. Есть также у нас зеркало многократное увеличение, трафареты для бровей, рисовать брови тоже, кстати, интересные трафареты. Если вы не умеете краситься, и вот для начала берите трафареты набивать руку. Есть кисть для подводки отдельно, щипчики для завивки ресниц такие классные, и есть светодиодное селфи кольцо, которое просто на телефон крепится как прищепочка, видите, вот так вот нажимаем, прицепляем, и получается классные селфи без теней, чтобы вы выглядели моложе и свежее, чтобы у вас не падали тени под глаза, под нос, да, там под губы. Это, конечно, супер незаменимая штука, я все время с собой его таскаю в сумочке, потому что это просто очень удобно. Тени всего по 149 рублей, маленькие такие, одинарные, одиночники, без кисточек, без дополнительных зеркал, просто вот такой кругляшечки вам придут тени, что тоже в принципе удобно, когда вы хотите собрать свою коллекцию, чтобы у вас были индивидуальные, да, ваши оттенки, то многие даже не любят специальные наборы, потому что если даже вот взять мой набор, то вы увидите, что здесь есть абсолютно девственные оттенки, верхние 4, нижние 2, черные нетронутые, серые практически нетронутые, представляете, да? Ну, возможно, я буду ими летом пользоваться, но сейчас осенне-зимний период у меня вот идут вот эти два оттенка, вот эти все уходят очень быстро. Я бы хотела, чтобы, например, такие вот нюдовые цвета, чтобы они были побольше, потому что у них расход огромный, их используют при любом макияже. А их мало, и уже никак не дополнить. Есть у нас карандаш для стайлинга бровей, то есть это зафиксировать, поставить брови, да, чтобы они лежали четко, очень удобно. Есть тушь с эффектом веерного объема, у нее такая классная кисточка, просто она очень удобная. У меня вот только коричневый цвет есть, но вам покажу, что коричневый красивый оттенок, он не рыжий, а он прям хороший коричневый цвет для блондинок, для тех, кто не любит сильно краситься, чтобы просто показать, что есть реснички, что они у вас такие вот пушистенькие, пышненькие. Вот эта тушь вам очень понравится, прям смело ее заказывайте. Здесь оттенок черный. BB-крем очень хвалят, я сама не пользовалась, но все хвалят, берут, кто один раз взял, все время заказывают. Глянцевые помады, помада матовая, здесь по нескольку оттенков, у меня нет никаких, поэтому пролистываем. Есть такие помады мини, у меня была теплый коралловый, у меня дочка отжала, я ее больше не видела, ей так понравился этот цвет, он мягче в деле, чем он здесь на картинке, он не такой вот рыжий на самом деле, такой красивый оттенок, она мини, маленькая-маленькая такая малютка, 99 рублей всего, 2,5 грамма. Карандаши для того, чтобы делать макияж глаз, есть вот такие карандаши для губ и глаз двухсторонние, но мне они не понравились, по качеству классные, но я не смогла с ними справиться, наша точилка не справилась, поэтому я не пользуюсь. Есть шикарная краска для волос, мой оттенок 9.0 светло-русый. Я периодически думаю, может быть, мне взять другой цвет какой-то, потемнее. Но мне все сразу пишут, нет, не трогай цвет, но краска волшебная. Она очень умная. Краска закрашивает седину. Она не сушит волосы, не портит их, не травмирует. Смотрите, в коробочке мы получаем с вами инструкцию по применению, в которой спрятаны внутри перчатки. Имейте в виду, что перчатки тут есть. Мы получим волшебную маску, которую всю нужно будет использовать потом на волосы, чтобы закрепить цвет и еще улучшить качество волос.
И два вот таких продукта: окислители, саму краску. Мы краску выдавливаем, смешиваем, отламываем кончик и самостоятельно дома красим волосы. Можете посмотреть, у меня даже несколько роликов на канале есть. Я показываю, как я наношу краску, как это удобно и просто. Независимо от длины волос, я когда была брюнеткой с длиннющей косой, я пользовалась этой краской сама, и также потом блондинка, сейчас светлая, я тоже крашусь сама, седину прокрашивает, все отлично, нет никаких там проплешин и так далее. Супер волосы, они такие живые, такие красивые становятся, потому что здесь масло льна в состав входит, а потом специально адаптивная смарт-система, которая работает над стойкостью цвета. И вот что мне нравится, краска не вымывается, то есть она очень стойкая, просто отрастают корни, поэтому я крашу только корни. Есть у нас прикольный продукт, он называется мультифункциональный CC-крем, и знаете, кто его оценит? У кого высокая статика, да, то есть волосы электролизуются, особенно зимой, и просто вы снимаете шапку или платок, и у вас шар такой, волосы все пушатся, они не слушаются, бьются током, вот это круто. Потом они будут лучше расчесываться, выглядеть будут ухоженнее, более такие холеные волосы. Ну, не знаю, мне кажется, это классный продукт, по крайней мере, мы периодически берем. Одно время мы его постоянно использовали, сейчас больше я пользуюсь маслами, у меня нет проблемы со статикой или что волосы путаются. Но вот у кого проблемы, у меня даже берут для детей, для девочек, вот у кого длинные волосы, то они прям вот молятся на этот продукт. Так, классные расчески. У меня из этих есть сейчас щетка для начеса, она реально очень крутая, иногда нужно приподнять, да, затылок, например, уложить как-то волосы. Массажная щетка отличная. И вот здесь нет щетки такой вот прямой массажки, мне она очень нравится. Здесь есть термозащитный спрей, кто часто пользуется феном, без него нельзя, да, вы портите волосы. И мусс для укладки волос. Я сейчас ничем из этого не пользуюсь, поэтому нет у меня впечатлений своих каких-то. Поэтому я плавно перехожу к серии Royal Velvet. И здесь нас ждет вот такой крутой интенсивный разглаживающий крем-бальзам. Его можно использовать как маска. Но я его использовала, несколько раз заказывала, просто как крем дневной. И это волшебно. Мне даже девочка из команды, Танюшка, написала: Лилия, я хочу, чтобы это была огромная банка крема и мазаться ей полностью от макушки до пяточек, настолько он ей нравится. Шикарные капсулы рыбки для того, чтобы подтяжку кожи сделать. Это интенсивное увлажнение, интенсивное подтягивание кожи идет. И использовать рекомендуется курсом. Сразу 28 штук. Не на год их растягивать, а сделать курс. Как вот, да, такая реабилитация кожи 40+. Если кожа очень сухая, можно заранее брать. Я знаю, что есть девочки, берут и в 30 лет уже эту серию, у кого очень сухая кожа, куда деваться, да, надо ее напитывать. Бустеры, вот обожаю бустеры, у меня к ним только одна претензия, что у них откручиваются крышечки, то есть я закручиваю, оно стоит, на следующий день я беру бустер, чтобы взять себе две капельки и смешать с кремом, а он уже как будто полуоткрытый, то есть с собой в дорогу уже взять этот продукт нельзя, то есть он должен всегда стоять. Мы берем две капельки, сюда же добавляем крем дневной, это все на утро, смешиваем и наносим на кожу. Ну, бустеры действительно работают очень хорошо, у меня многие клиенты брали, все прям в восторге, всем нравится, он очень долгоиграющий, потому что там надо 1-2 капельки использовать, то есть вам хватит на несколько месяцев. Здесь будет специальная цена, поэтому вы можете подобрать себе по типу кожи свой бустер, который вам нужен, да, или под вашу задачу, и будет вам. Что еще даст бустер? Уменьшается расход крема очень заметно, то есть крема уже не надо так много, как без бустера, он как будто как проводник, да, как палочка-выручалочка, он как будто вот снимает, например, вы не выспались, или у вас была там гулянка ночная, или прогулка, так скажем, да, более деликатно, то бустер, он поможет вот эти следы все как бы
волшебной палочкой убрать. Действительно классно работает. Есть у нас серия Optimals, антивозрастная коллекция, против пигментации осветляющая, то здесь классные полные коллекции, очень хорошо работают. Есть для молодой кожи специальная серия Pure Skin, здесь тоже полный набор, есть для очищения, тоники, крем матирующий, есть разные маски, маски против там черных точек, маски пленки, маски такие, то есть серия очень классная, они тоже работают хорошо, также повязочка есть удобная на голову, чтобы умываться. Есть серия осветляющая, все время ищу название, чтобы правильно прочитать, но не во всех каталогах пишут Essential, сейчас мелко-мелко как запрятали. Я прочитаю Essentials. Язык свернешь, зачем такие названия, назвали бы как-нибудь кратенькое, красивенькое и легко запоминающееся, чтобы было. Не знаю, как переводится, но я знаю, что вот это средство все очень любят, пишут девочки, что такая мягкость просто кожи, такая кожа стала холеная, прям очень, тут же и глицерин еще в составе, конечно, он не пересушит кожу. В серии осветляющей есть маска скраб 2 в одном, то есть вы можете ей как бы и маску сделать, и поскрабировать лицо. Мыло, у меня дочка пользуется этим мылом, у нее настолько вот чувствительная кожа, очень такая вот реагирует на все, и с этим мылом ей очень комфортно. Здесь у нас есть бальзамчик, универсальный увлажняющий крем для лица и тела, большая такая банка, 150 миллилитров. Я думаю, вы уже поняли, какой это объем. Вот в этой банке 150 миллилитров, то есть ее тоже надолго хватает, просто в обычных кремах по 50 миллилитров. Есть у нас специальные вспомогательные средства для нанесения кремов, для массажа, такой массажер, маленькая лопаточка для крема, для лопаточка для масок, кисть для крема, чтобы равномерно носить, ну какие-то вот есть некоторые вещи, но из всего этого я пользуюсь только лопаточкой силиконовой для масок. Это такая классная лопаточка, я ее обожаю, вот реально, вот это я прям рекомендую всем. Вот кистью я бы вряд ли пользовалась для нанесения крема, мне удобно пальчиками, я чувствую свою кожу, я там прохлопывание делаю различные, это очень супер. Классный триммер, очень классный, то есть подбрить там где-то нежелательные волоски, это идеальный вариант, и взять с собой в дорогу. Мой любимый, забыла взять, показать вам аппарат Skin Pro Sonic 3 в одном. Но, кстати, пользуюсь я в основном только одной массажной насадкой, потому что мне она безумно нравится. Я вижу эффект, я вижу, как у меня расслабляются мышцы лица, лицо становится более ровным, вот лимфодренаж идет, потому что здесь идет именно вибрации, очень мощные вибрации, где-нибудь тут написано 12600, по-моему, вибраций в минуту. Да-да, вот-вот написано. И там переключение есть скоростей, и мы меняем насадки. Есть такая вот очищающая, есть отшелушивающая, скрабирующая насадка, и моя любимая массажная. То есть это чудо набор. Кстати, крутой подарок. Если вы хотите сделать дорогой, нужный подарок девушке, женщине, закажите вот как раз этот набор. Потому что вот с духами можно прогадать, да, там с типом кожи можно тоже ошибиться. А вот этот набор будет всегда актуален. У нас еще так много. Ай, моя любимая серия Novage. И о ней можно говорить бесконечно. И здесь нас ждут некоторые наборы. Смотрите, в один набор входит маска для лица, вот такая вот обновляющая, тканевая, и антивозрастной крем для рук. Вот этот крем круто убирает пигментацию. То есть, если у вас на руках пошла пигментация, как мы говорим, гречка, видите, какая у меня кожа классная, кстати, тоналка. Вот на руках она лежит круто. А здесь более живая, естественная кожа. Да? Здесь как маска, а здесь прям... Здесь как обложка журнала. Вот. О чем я говорю? То, что выгодно брать наборы. И в этом каталоге очень крутые наборы. Например, есть набор с маслом для волос. Ночное преображение. Это ночное масло. И ночная маска. Вот у меня, кстати, только прям закончилась перед поездкой в Питер маску, я делала прям интенсивно, чуть ли не каждый день, готовила свою кожу к путешествию. Что она из себя представляет? Эту маску мы наносим на ночной крем и не смываем.
Вот она у меня запечатанная. Я сегодня опять начну ей пользоваться. Я так люблю эту маску. Вот она такая нежная, такая клевая. Но у нее есть небольшой легкий аромат. Не знаю даже, с чем пахнет. Ну, какой-то приятненький. И эта маска... Утром мы умываемся, а лицо как обновленное, восстановленное такое. Я знаю, что многие девчонки прям называют эту маску как любовник, потому что с ней переспишь, а потом лицо такое свежее, такое красивенькое. Просто супер. Так, дальше. Уже некуда мне ставиться. Кстати, при заказе любого набора вы в подарок получите подарочный пакетик. И это тоже приятно. Следующий набор у нас идет... не набор, по отдельности, пилинг для лица и очищающий гель-тоник для умывания. Вот так будет выглядеть гель-тоник, я его просто обожаю, по-моему, кошка тоже обожает, вижу ее волосики тут. Уже заканчивается все прям практически пустой, но это мое любимое средство для умывания. Я, кстати, пробовала даже из серии для чувствительной кожи вот эту пенку, сейчас я до нее дойду, вот эту пенку. Она классно очищает, но комфортнее моей коже именно после гель-тоника. Вот я прям четко могу заметить разницу, что вот эта серия, вернее, это средство мне больше подходит. Далее у нас маски разные. Смотрите, восстанавливающая маска. Маска тканевая для лица, разглаживающая. Есть у нас крем-скульптор для шеи и декольте. Без него вообще жить нельзя, девчат. Это, шея же стареет в первую очередь. Кстати, сейчас еще покажу, как шеей убрать дряблость. У нас есть такой крутой продукт, сейчас мы до него дойдем. Увлажняющая эссенция для лица с пребиотиком. Тоже необходимо. Каждой женщине в нем можно прям купаться. То есть это увлажнение кожи, это ее насыщение. Эмульсия для лица против воспалений у меня работает на 100%, у дочки нет. То есть еще разное происхождение прыщей. Если эта проблема идет изнутри или связана с какими-то гормонами, да, гормональными там сбоями, не всегда поможет. То есть нужно смотреть еще происхождение. У меня-то обычно или когда цикл начинается, прыщик может один выскочить, или ну, что-то, да, там поцарапало что-нибудь, внешнее проявление, тогда да. Так, матирующий гель я не пробовала, но у кого жирная кожа, я думаю, что это будет идеальный вариант. Есть у нас шикарная сыворотка-концентрат с ретинолом, вот она большая, а здесь... сыворотка с витамином С. Почему-то ее так меленько здесь показали. Вот такие 4 флакончика на неделю. Это целый курс на месяц. Пользуемся только на ночь. А вот волшебство против дряблости. Не взяла свой набор, уже в ванну его положила. 1939 рублей. Это волшебство. Это пептиды. Девочки, это просто магия. Кожа как будто, вот знаете... подмена идет. Я на ночь нанесла половинку ампулы, я утром встала, и я не узнаю свое лицо. Оно как будто подпрыгнуло. Кожа на шее стала ровная, не было вот этой вот дряблости, да, такой натянутости. Это просто супер. А есть у нас еще сыворотка для обновления кожи с 6% содержанием АХА-кислот. Это тоже чудо. Это нам вот эта вся серия Novage Procuticals, она занимает дорогостоящие походы к косметологам, которые не всегда бывают так эффективны, как эти средства. А сыворотки идут все по акции, их очень много, и эти сыворотки наносятся под крем дневной, ночной. У меня, например, любимая серия коллаген, вот моя вся серия, сразу ее покажу вам оптом. Кстати, у меня вот дневной крем я недавно начала, здесь еще его много, а ночной скоро закончится. Видите, прям чуть-чуть. Я его обожаю. У него такая интересная консистенция, он как суфле. Такой прям классный. Они абсолютно разные. Дневной и ночной, это как небо и земля, крема отличаются. Ну, конечно, крем для глаз тоже уже у меня прям заканчивается. И я потом заказала себе, знаете, какой крем буду пробовать. Вот из серии Time Restore, отсюда, нет, не из этой, вот из этой, я взяла вот этот бочоночек, я хочу попробовать
как будет работать с моей кожей эта серия, потому что она уже идет возрастная, 50+, а мне уже 47,5, думаю, ну пора уже, можно пробовать хотя бы, интересно. Ну, я потом опять вернусь к этим средствам, я обожаю серию Ultimate Lift, она дает такую подтяжку кожи, улучшает овал лица, подтягивает. Обожаю мой любимый экологен. А, кстати, где мой экологен? Вот, это моя любимая просто серия, как вы уже заметили. И, конечно же, у нас такое разнообразие и для чувствительной кожи, и осветляющая серия. Каждый подбирает себе под свою задачу, что вам нужно решить. Вот, обязательно нужно пить комплекс морской кальций с витамином D. Я сейчас его жую, его даже не пьют, а такие жевательные таблеточки. Обязательно мы пьем, сейчас вам все бегло так покажу, пребиотик, это вот этот порошок. Кстати, у меня у папы был опять срыв, сбой поджелудочная, не справилась, переел, и он мне сейчас пьет эту баночку, допивает, говорит, фух, я вернулся к жизни, я хоть опять могу хоть что-то кушать, а то была такая жесткая диета. Это чудесный просто продукт, невероятный. Астаксантин я вам уже показывала, да, это наша молодость, защита от старения, от окисления организма. Есть витамины отдельные для мужчин, для женщин, а есть такие комплексы в коробочках, и их я люблю больше, потому что здесь уже сразу идет омега, астаксантин и витаминка. И вот в день я выпиваю один такой пакетик, вот тоже заканчивается. В следующем каталоге буду подписки оформлять. Можно омегу заказывать тоже отдельно. Вот так вот. Мы и так пьем. Как выгоднее, мы так и заказываем. Когда большие скидки, конечно, мы берем по скидкам эти продукты. Получается интереснее для мужчин, для женщин все отдельно. Есть для детей. Вот омегу я вам уже показала. Есть у нас супчики, есть вот такие коктейли, просто как перекус, мой любимый ванильный. То есть мы просто берем одну мерную ложечку, смешиваем с водой или с молочком. Кто для чего? Я, например, люблю с молоком, но редко пью с молоком, потому что не всегда молоко есть дома. Есть у нас вкуснейшие батончики, которые вот мы прям брали в дорогу, они прям спасали нас, когда нужно было сделать легкий перекус. А есть потрясающий продукт для контроля веса, и он уже показал себя как легкое построение тела. Я вот пью уже вторую или третью банку шоколадного. Я пью просто потому, что это еда, это полная замена еды. То есть мне не надо есть щи с салатом или там тушить пловы какие-то, да, овощи, рыбу и так далее. Я просто выпиваю одну мерную ложку. Это полноценная замена еды. Уже не надо ничего добавлять. Я 5-6 часов потом просто не хочу есть вообще. Представляете? Да, мне даже не нужны никакие печенки, шоколадки, батончики. Я выпила с молочком этот коктейль. Я в восторге. Я удивлена этим продуктом. У нас есть шикарные масла. Боже, как я люблю масла. У меня, конечно, здесь не все. А релакс лежит у постели, я им мажусь на ночь. Баланс я отдала дочке, а здесь у меня уверенность и энергия. Вот они именно настроены на эмоцию, эти масла. Мы их не принимаем вовнутрь, да, мы их для создания правильного настроения. Есть они в неразведенном виде, вот такие во флакончиках по 5 мл. Есть у нас специальный диффузор, и он идет сейчас в подарок при заказе целого набора смесей. Представляете? Классно. Ну, мне очень надолго хватает даже вот этих роликов. Наверное, хватит. Я даже не представляю, насколько. Далее. Так, а здесь у нас диффузор по акции идет, кстати. Вот можно будет заказать. Я давно хотела диффузор, потому что у меня есть только аромалампа. Как классно. Я хочу. Я, наверное, закажу себе диффузор, потому что давно на него смотрела. Ух ты! Смотрите, что у меня есть. Еще с прошлого года у меня осталась пена, там, наверное, полфлакона. Здесь 750 мл за 379 рублей. Мне кажется, это выгодная цена, даже если сравнить. Вот здесь 300 мл. Вот такая пена будет. Вот она. Она стоит 199 рублей. То есть 600 мл это 400 рублей. А еще 150 здесь больше. То есть вот это очень выгодное предложение. Шикарная пена.
с ароматом цветов вишневого цвета. Цветов вишневого цвета. Она густая, ее надолго хватает. У нее такая пена классная, густая получается. Мне очень нравится. И серия Swedish Spa — это просто вот салон спа на дому, потому что здесь шикарный скраб, масло Booster, баттер, крем-масло, и мыло отшелушивающее, и еще увлажняющее масло для тела. То есть можно взять все, что вам нравится, все, что больше используется, и устроить себе спа-процедуры. Это нереально вкусно пахнет, это так шикарно все происходит, я обожаю себя баловать. Что я всем рекомендую, эту такую расческу. Смотрите, она малышка, но она так классно расчесывает даже мои густые длинные волосы. Здесь есть еще как будто зеркало, можно на себя посмотреть. И ее удобно бросить в сумочку. То есть она занимает так мало места, она ни за что особо не цепляется. То есть я ее просто полюбила всей душой. Серия Элио. У меня есть только один продукт, это шампунь. Масло я вам уже показывала. У меня ночное масло из этой серии. Роскошный шампунь. Густой, концентрированный, ухаживающий, питательный. Это вот такая... люксовая линейка Элио, также здесь есть кондиционер тоже с дозатором и разные масла, питательная и защитная, а также есть маска, вот тут спряталась маска с ценными маслами, все это с ценными маслами, очень круто. А есть у нас еще серия мед и молоко, легендарная серия, она для волос, для тела. Я вам покажу масочку, чтобы вы понимали, какой объем. Кстати, до этого мы с вами смотрели крема для тела в бочонках, вот они будут такие большие, по 250 миллилитров, а здесь у меня маска, и пришло время ее как раз вскрыть. Она тоже запечатанная под фольгой, потому что я как раз достала, чтобы использовать и насладиться этим ароматом. Ой, это просто божественно. Эта маска шикарно идет для сухих волос, для поврежденных, для окрашенных, потому что она отлично питает волосы, и она вот реально, это удовольствие, и это хорошая, кстати, цена. Но надо брать любые два продукта, чтобы скидка была именно такая, как здесь показано. Но я думаю, что вы разберетесь. Также у меня есть скраб для тела, который я тоже всем рекомендую. Он сахарный. Вот тут прям сахар, видите? Он даже на вкус сладкий, как мед. И жидкое мыло, и скраб для рук, и крем для рук мягкий, и крем мыло, такой большой кусочек в коробочке, который тоже все очень любят. И уже много лет эта серия у нас в любимчиках. А есть также перчаточки, которые помогут сделать кожу более увлажненной. То есть мы наносим крем для рук жирненький, даем ему чуть-чуть питаться, и сверху натягиваем перчатки. И у них, кстати, удобно есть эти пальчики для того, чтобы на смартфоне работать, и будет классное сильное увлажнение. Набор для маникюра, не могу вам его показать, у меня такого нет. И есть аппарат для маникюра, кстати, могу сказать, что его разберут прямо в первые дни каталога. Это настолько популярный продукт, у него адекватная цена, и он классно работает. Я, кстати, сама делаю маникюр таким вот аппаратиком. У меня есть подобный тоже Oriflame, другой формы. Я, конечно, хотела такой, но у меня есть. Роскошные крема для рук. Очень все любят крем Love & Care серия. Ее почему-то всю сняли с производства, вот только крем появляется иногда у нас в каталогах. Я бы хотела, чтобы всю серию вернули, потому что у меня клиенты замучили, все ее просят. Крем для рук кокос с кокосовым маслом, Beautanicals на 95% натуральный состав у этой серии. Всякие нужные помощники для того, чтобы наши ножки чувствовали себя комфортно, гелевые подушечки для разных мест там подкладывать, да, чтобы все было хорошо. Средства для ног: дезодорант, антиперспирант, гель для снятия тяжести в ногах, такой, кстати, классный, огромный, 150 миллилитров, он с таким охлаждающим эффектом, и отшелушивающий крем. Смотрите, праздничные скидки до 65%. Дезодоранты, кстати, мы вот взяли вот такой вот розовый себе, он мне не нравится, как он пахнет, но он хорошо работает. Не знаю, я не люблю такие ароматы, он сильный такой, какой-то хлопковый, не знаю, тяжеловатый для меня чуть-чуть. Я больше все-таки люблю из этой серии дезодоранты с серой крышечкой, он вообще не пахнет, и меня это очень устраивает.
Далее, детская серия. При покупке трех продуктов цена ниже 1059 рублей. Это самые выгодные варианты. Вы можете разные брать, даже все одинаковые можете заказывать. Серия бесподобная, у нас очень много девочек с малышами, они пишут такие отзывы на эту серию, приятно читать, аж самой хочется всем пользоваться. Для более уже больших деток, кому там 3 годика, 4, у нас уже есть ароматы, есть шампуни для волос и тела, для девочек, для мальчиков, мыло фигурное, то, что детки обожают просто это мыло. У нас даже есть друзья, у них мальчик, он уже, по-моему, в 3-м классе, я ему всегда дарю мыльце, и он такой, ура, он обожает эти мыла, вот, хотя уже вроде бы большой. Есть прекрасные серии с такими вкусными ароматами, как-то в каталоге были ароматизированные странички, тут прям клубничка, тут яблочко, это очень вкусненько, дети тоже в восторге от этих серий. Фигурное мыло на подарки, они идут в коробочках, кроме одного мыла, да, это в коробочке, эти в коробочках, 89 рублей. Хорошая цена, потому что это вот прям как классный комплимент, подарочек вместо шоколадки. Здесь у нас наборчики гель для душа и мыло серия Discovery, пляжи Калифорнии, джунгли Коста-Рики, голливудская мечта, то есть еще и мочалочку можно заказать отдельно и сделать такие классные наборчики. Здесь шампуни, размер XXL, это значит 500 миллилитров. Тут для разных типов волос вы можете подобрать себе то, что вам подходит. То, что эти шампуни классные, работающие, 100%, потому что мы сами берем их периодически. Они очень густые, высокая концентрация, мизерный расход, цена адекватная просто абсолютно. Для тела у нас идут по 199 рублей для купания, крем для душа, вот этот у меня был крем-йогурт, он такой вкусный, просто чудо. Мой любимый с дыней и кокосом, тут просто я не могу передать вам этот аромат, кокосовая вода и дыня, да, вот. Здесь с отшелушивающими частичками геля, клубника, лайм и малина, мята, тоже популярные очень гели. Для лица у нас серия Love Nature, входит здесь крем для кожи вокруг глаз, он такой как в виде геля, крем для лица, увлажняющий, да, крем, потом восстанавливающая маска скраб, вот такая масочка у нас есть, она такая полупрозрачная, мне она нравится, потому что она и питает кожу, она, видите, прям прозрачная, тут такие микро-микро частички, они очень нежно отшелушивают, вот практически не видно ее. Я ее наношу как масочка, похожу, а потом увлажняю так мокрые пальчики, я делаю такие вот как скрабирующие движения, да, такие, чтобы размассировать. Здесь есть также крем для умывания, он снимает макияж, не пересушит кожу, и тоник, то есть это полная серия для молодой кожи, прекрасный вариант. Здесь у нас волшебные вот такие вот масочки, потом маска смузи, а это скраб, это маска смузи и крем йогурт, крем йогурт такой вот. Это у меня у дочки эта серия, ей очень нравится, она вот практически уже крем заканчивается. Такой вкусненький аромат, очень приятный, а маска вот просто в восторг, тоже она заканчивается, но я уже новую заказала, потому что прелесть, прелесть, как она питает кожу, а маски нужно делать часто. Есть у нас серия с апельсином и абрикосом для умывания, очищения, здесь гель, но гель вот он мне совсем не подошел, я пробовала, он мне не дает того увлажнения, которое нужно, то есть я наношу, а питание вообще для кожи нет, то есть это для молодой все-таки кожи. Шикарная масочка обновляющая, тканевая, всего 139 рублей, а после нее кожа такая увлажненная, супер. Маленькие такие малышки масочки, у меня, к сожалению, все они закончились, на один раз, на все лицо, на шею, да, наносим, если питательное, то и для зоны декольте подойдет. Классный подарок, они тоже в коробочках приходят. А вот новинка, которую, мне кажется, вот все хотят, вот все ее захотят и разберут в момент. Я еще не открывала, потому что мы будем записывать видео, я жду момента, когда я буду готова. Здесь 8 патчей
косметических, их можно разрезать, да, нанести там, например, разрезать одни, нанести под глазки, нанести на любые сухие зоны, то есть они такие вот небольшие в виде киви. Мне кажется, это волшебно, мне уже прям не терпится быстрее открыть, попробовать. Такой дизайн классный. И та-дам! Помните, как-то в одном из видео я сказала, как же я хочу смягчающее средство с ароматом клубники. И как будто бы кто-то посмотрел из компании и сказал, ну давайте сделаем, Донского же хочет. И вот выпустили это средство, и мне даже его прислали на обзор. Я уже им даже вот мажу губки. Ай, как мне приятно. Я вам передать не могу. Ну вот не пахнет клубникой, что вот как бывает, да, живой аромат клубники. Больше как будто бы какой-то конфетный, такой сливочный, с ягодками. Да, есть аромат. Я понимаю, что это клубничный аромат, но он как бы смягчен. Здесь масло семян клубники даже в состав входит, представляете? Очень вкусно, очень. Это даже лучше, чем если бы пахло живой клубникой. И как это круто выглядит, представьте. Мне кажется, разберут в момент тоже на подарки, на сюрпризы, как дополнительно в подарок. Например, можно положить какую-то серию, взять, например, вот такую, и еще добавить сюда вот такую смягчашечку, чтобы было три продукта. Ну согласитесь, это, ну, это очень мило, просто, просто прелесть. А что у нас на десерт? Ну конечно же, как обычно, Новый год нас ждет наша любимая многими, а по крайней мере моя, это просто любовь на всю жизнь, это тушь 5 в одном, которая делает с моими ресницами чудо, потому что ресницы у меня непослушные, кривые, разные длины, одни растут вверх, другие куда-то в сторону, но эта тушь, она делает чудеса, она с моими ресницами справляется только так. Вот такая кисточка интересная, всего за 199 рублей, при заказе любого продукта, кроме самой этой туши. Поэтому, ребят, вот такой у нас классный обзор. Я вам желаю всем успехов, бомбического каталога, много клиентов, много покупок, балуйте себя и всех. Если видео полезное, ставьте лайк и пишите комментарии. До новых встреч, с вами была Лилия Донского, пока-пока.